Всем привет! Свершилось, вышла демо ЕГЭ 2024, и там появилось новое задание, новое задание 13, сейчас вы можете видеть его на экране, как оно выглядит, но на самом деле это не новое задание, оно было в ЕГЭ 2020, и годах ранее просто его убрали, а сейчас решили вновь ввести. Но, тем не менее, мы должны, обязаны показать и объяснить, как же его решать. В общем-то, давайте этим и займемся. Сначала просто прочитаем первый абзац данной задачи, чтобы разобраться, что есть что, то есть теоретические основы, уже далее решим эту задачу, а после решения этой задачи разберем вообще а, все возможные задачи, которые представлялись в ЕГЭ прошлых лет, да, ну, именно идейные, да, то есть если идея одинаковая, мы не будем разбирать одинаковые задачи, зачем, но где как раз разные идеи фигурируют, да, разные операции нужно провести, получить разный результат, чтобы примерно понять, как решать задачи подобного вида. Итак, у нас... Задача начинается с следующих слов. Терминология сетей TCP-IP, маска сети, называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения по разрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Много страшных непонятных слов. Но по факту в этой задаче все крутится вокруг трех составляющих. Это IP-адрес, ну или как здесь сказано, адрес узла. Да, IP-адрес какого-то устройства. Маска сети, вторая составляющая, третья составляющая, адрес сети. Коротко вообще, что происходит. То есть есть какой-то IP-шник, условно говоря, и он принадлежит непосредственно сети, адресу сети. То есть ну, какая-то часть адреса у них одинаковая, потому что этот IP-шник принадлежит этому адресу сети. И вот это вот э, одинаковое начало обеспечивает непосредственно маска сети. Ну, давайте сначала рассмотрим а, непосредственно, я буду называть IP, это IP какого-то устройства, да, или устройств. А, все, ну, адреса непосредственно и маска, они одним образом устроены. Ну, в смысле, естественно, есть различия, но общее у них следующее: они все стоят из четырех частей. То есть всегда IP-адрес из четырех частей стоит. Окей, окей. Ну, в рамках ЕГЭ непосредственно, да, и всех задач, опять-таки. Окей. Например, Адрес локальный вашего компьютера всегда равен вот такой вот штуке, такому вот айпишнику. Mm -hmm. А что вообще это такое? Почему здесь такое разделение? Здесь у нас айпишник делится на четыре числа, каждый из которых не превосходит 255. Эти числа на самом деле являются байтами. То есть в дальнейшем, когда мы будем еще изучать э, комбинаторику углубленно, углубленно будем изучать еще теорию чисел, легко мы потом заметим при переводе, что у нас каждый из чисел, Uh, будет стоять из именно 8 цифр в данном случае. Ну, если у нас цифра меньше, то мы добавляем не нули, 0. Так, чтобы цифра была всегда 8. Окей. Okay. То есть у нас вот uh, IP-шник стоит из 4 байт, это мы поняли. То есть всего, ну, uh, 1 байт это 8 бит, получается 8 цифр 2007-числения на каждый из такой вот промежуточек, да, 4. И получается, что каждый адрес записывается в двоичной системе числения 32 цифрами в двоичной системе, да? А, как и, ну, айпишник, да, какого-то устройства, как адрес сети, так и маска сети. Хорошо. Ну, давайте а, конкретнее напишу. То есть понятно, что у нас в обычной записи вот здесь, например, указаны числа в десятичной системе числения, на самом деле там работа происходит в двоичной системе числения. Давайте вот так вот на шару напишем какой-нибудь IP-шник. Там, а, например, как-нибудь вот так, да? Главное, чтобы 8 цифр было. Далее, например, как-нибудь вот так, далее как например, тоже вот так, вот так, например, да, и можно, например, написать а, вот так, да, то есть такой вот у нас айпишник имеется, а, в каждом из вот этих отрезочков, они называются актеты, у нас по 8 цифр, да, 7 числения. Итак, теперь давайте посмотрим, что такое маска. Маска ⁇ это у нас также последовательность из четырех октетов, где у нас находится по 8 цифр до 7 вычисления. Но очень важно, маска всегда состоит из какого-то количества единиц, и уже далее а, только из нулей. То есть, например, может маска целиком из единиц стоять, да, или маска может стоять из целиком из единиц, но в конце ноль, и так далее. Может маска стоять из трех единиц, а далее все нули. Но суть в следующем, что сначала идут единицы строго, а только после единиц уже нули. И нет такого, что там 1, 0, 1, 0. Такого в маске нет. Пускай у нас есть какая-нибудь вот такая вот маска, да. Здесь у нас все единицы, вот здесь у нас все единицы, например. А вот здесь пускай у нас единица, и все, и пошли дальше нули. И вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что нам это дает? Благодаря знанию какого-то клиентного и благодаря знанию маски мы легко можем понять, какому адресу сети адрес сети, какому адресу сети у нас непосредственно принадлежит наш айпишник, то есть какая общая часть есть у айпишника в адрес сети, то есть ну, благодаря какой-то маске непосредственно. Хорошо, как это делается? Это делается, как сказано в задаче, с помощью применения разрядной конъюнкции. Что такое поразрядная конъюнкция? Ну, как мы помним, конъюнкция — это логическое «и». И действительно, то, то происходит то же самое. Поразрядная означает, что мы смотрим на цифры, которые находятся в одном разряде, и применяем к ним конъюнкцию. Например, вот у нас есть две цифры 1 и 1. Находятся в одном разряде, мы применяем к ним конъюнкцию, получаем сюда 1. Вот здесь у нас 1 и 1, получаем тоже 1. 1 1, получаем 1. И так далее смотрим, да. То есть тут у нас остаются нули, потому что наверху у нас нули 0 на 1 умножить на 1 и так далее. На самом деле все в следующем, да, такой мини лайфхак. Поскольку маска у нас а, в двоичной системе числения стоит из единиц, а потом уже сход количество нулей. Везде, где у нас стоят единицы в Маски, мы просто переносим часть айпишника вниз. И все, без изменений, на самом деле. То есть, если у нас здесь 0, то 0 и остается. Если у нас 1, то 1 и остается. Потому что здесь стоят единица, она никак не влияет. Соответственно, просто переносим, да. 1, 0, 1, 1. Далее ставим точку. Вот здесь мы переносим еще единицу. А поскольку тут у нас уже остальные нули остаются э, в маске, то и наверху будет 0. 1 0, по-любому 0. Поэтому просто переносим нули, да, переносим нули. Надеюсь, что здесь поместилось. Но если вот здесь не поместилось, вот здесь, то знаете, что там все нули. Хорошо. Таким образом получили адрес сети. И что нам теперь вообще с всем этим делать? На самом деле взаимосвязь следующая. Если у вас есть какой-то айпишник, есть маска, вы легко получаете адрес сети. Если у вас есть маска и есть адрес сети, то посмотрев на маску, вы понимаете, какие айпишники могут быть. А если у вас есть, например, айпишник и адрес сети, то вы можете понять, какая маска должна быть такая что. И вот есть три характеристики, вы с ними работаете, они взаимосвязаны, и решаете задачи тем или иным образом. Но ну, сейчас будем тренироваться, как же это делать. Ну, естественно, а, еще такой момент. Вот это вот все различные числа, то есть разделенные точками. То есть а, вот здесь у нас получается какое-то число, мы переводим уже десятичную систему числа, получаем, что нам тут равно. И так далее. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Как это делать? А, это можно делать, например, чтобы быстрый перевод был в питоне вообще без проблем. А, чуть позже я покажу, как же это делать. Ну и хорошо. То есть на основании полученного давайте уже наконец-то начнем решать задачку из демки. Значит, у нас конкретно в данной задаче известно следующее. Сеть задана IP-адресом, то есть нам известен адрес сети. И маска сети вот такое-то. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в личной записи IP-адреса четна. То есть нам известна непосредственно сеть, до да, которой IP-шники принадлежат. Нам известна маска. Нам нужно понять, ну, вообще, какие айпишники э, какого вида могут быть. Хорошо, давайте посмотрим э, сейчас у нас на сеть. Это у нас 192, 168, 32, 160. Хорошо. И у нас есть маска сети. Маска сети, ну, во-первых, э, можно легко запомнить следующий факт. Ну, э, вы сейчас еще постепенно научитесь... Э, это в процессе либо переводить в PyCharm, либо уже просто запоминать. На самом деле 255 — это есть не что иное, что просто а, число в двоичной системе, которое равно, ну, которое стоит из 8 единиц. Да? Что нам это дает? То есть у нас есть здесь целых 1, 2, 3 участка, где у нас маска равна 255. Это дает нам следующее, что вот было IP-шник изначально, да, какой-то. Вот у нас есть маска, вот тут 255, 255. 255, да? И вот тут у нас 240. Изначально у нас был какой-то айпишник. Получается, что поскольку здесь у нас все единицы, вот тут все единицы, и тут все единицы двоичной маски, то в айпишнике вот здесь, вот здесь и вот здесь начало точно такое же, как и в адресе сети. То есть у нас это адрес сети, это у нас маска. А почему? Потому что, ну, если у нас здесь все единицы, то чтобы не умноженный, ну, вернее, если мы умножим на единицу единиц, получится единица, как я уже ранее показывал, да, если умножить 0 на единицу, будет 0. Получается, что если в двоичной записи число 192 умножить на 255, то также получится, ну, не умножить, вернее, да, а разрядно-конъюнкцию провести. А получится число 192, потому что а, никак 192 не изменится, если будет просто умножаться по разрядной единицу не уменьшится из-за этого. То же самое 168, 32. А вот уже крайнее число, к чему будет равно, это мы сейчас будем выяснять. Давайте быстренько переведем с помощью функции bin число 240 да, в двоичную систему числения. Вот таким образом это делается. Да? То есть мы сначала переводим и берем срез, просто чтобы брать лишние символы. Посмотрим, что у нас произойдет. 240 это вот такое вот число. То есть Смотрите, важный момент. Если у вас маска, ну, вот в подобных задачах, она стоит из чисел 255, 255, 255, вообще не обращайте внимания на эти октеты. Ну, октеты — это, получается, вот эти вот части, да, разделенные точками. Вы обращаете внимание только там, где у вас уже не 255 равно. И уже там переводите личность системы числения с чем-то и как-то работаете с этим. То есть в данном случае мы уже поняли, что IP-шник начинается вот с этих же самых чисел, и как и адрес сети. Вот так он ей принадлежит. Окей, как бы забили на это, хорошо. Мы обращаем внимание на последний октет, где у нас маска равна 240, то есть непосредственно в двоичности числения она равна 11110000. 0, 0, 0. Хорошо. И теперь внимательно наблюдаем. У нас, и еще помимо всего этого прочего, мы должны посмотреть теперь на крайний октет, где у нас непосредственно этот 240 э, сети. То есть сеть у нас 160, э, частично она вот этому равна, чем она равна в двоичной? Давайте это посмотрим чтобы вручную не считать. Взяли, посмотрели. Вот такому числу равно, да? То есть 1, 0, 1. И далее у нас нули непосредственно. раз 2, 3, 4, 5. Окей. Какие выводы делаем? Выводы делаем следующие. В маске единицы стоят до какого-то момента, а потом тут нули. Вот только за место нулей в маске в самом айпишнике может что-то быть индивидуально, то есть может меняться номер айпишника. До всех тех моментов, пока у нас в маске стоят единицы, эта часть строго совпадает с частью адреса сети самой. Да? Хорошо, как мы помним, ну, IP-шник это часть адреса сети, которая он ей принадлежит. В данном случае мы видим, что у нас единицы идут до четвертого разряда. Да? То есть вот так вот можно разделить. Окей, okay, то есть э, вообще без проблем. Ладно. И у нас остается 4 целых нуля, за место которых... Смотрите, то есть это у нас маска, да? У нас маска. Это у нас сеть. А вот тут находится айпишник непосредственно. И это у нас четвертая акте, то есть э, правая крайняя часть, да? Вот здесь, получается, у нас в айпишнике все строго также идет 1, 1, 1, 1. Но вот, например, если у меня здесь уже будет 0, 1, 0, 0, но поскольку здесь у меня стоит 0, я также здесь получу 0. То есть адрес сети этого никак не изменится. И получается, что именно номера айпишников меняются только с той части, где в маске перестают стоять единицы. То есть за место, ну, вернее, где стоят нули, уже начиная в маске, в айпишнике может быть что угодно. 1, 0, 0, 1, как угодно, любые всевозможные перестановки. Хорошо, вспоминаем, что нас спрашивают задачи. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в вечной записи IP-адреса четна? Угу. Mm -hmm. Хорошо. Что нужно с этим теперь сделать? Нужно понять, ну поскольку мы помним, что в адресе сети и вот маска до этого, она всегда равна единице, значит и во всех IP-шниках начало одинаковое. То есть во всех ip начало такое. 192, 168, 32. И э, вот... Ну, если в двоичную систему опустить, да, начало еще вот такое общее. 1, 1, 1, 1. И 4 каких-то, 4 какие-то цифры, они уникальны в двоичной записи. Ну, это, если что, то это просто двоичное, чтобы э, показать, что я имею в виду. Вот эти части вот здесь у айпишников одинаковые. И там тоже есть какое-то количество единиц в двоичной записи. Давайте их посчитаем. Для этого просто отдельно для каждого числа переведем его в двоичную систему числения. 292. Давайте 168 и давайте 32. Такой мини лайфхак. Поскольку здесь у нас получается строка, для строки у нас применимы а, методы строк, можем легко посчитать количество единиц в данной строке, чтобы сразу получить готовый ответ. Да? Вот сюда и вот сюда. То есть у нас а, вот в этой части всего 2 единицы, вот в этой 160 вот этой 3 единицы, вот в этой одна единица. Что-то как-то странно, как будто бы, нет? Надо посмотреть. Ну-ка, а чему равно число 192? Хотя может быть ничего не странного. Две единицы. Да нет, все нормально, 2 единицы. Тут у нас три единицы должно быть, тут одна. Ну да, в целом 32 логично. Что-то я зря запаниковал. Вот у нас, да? Две единицы, 3 единицы и одна единица, да? То есть. Если удалить с тем перевести, то любой айпишник будет выглядеть вот так: 1, 1, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Далее у нас идет 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Далее идет часть у нас. Здесь у на сколько? Раз, два, три, 4, 5, шесть. Раз, два, раз, два, три, 4, 5, 6, Так. Лишний поставил уже, да. Уже лишний поставил. Тут у нас сколько нулей? У нас 5. И тут 5. М -м -м. Да, все правильно. То есть вот эти три основные части, это есть не что иное, как двоичная запись вот этих чисел, да, является частью любого айпишника, принадлежащей вот конкретно этой сети при данной маске. То есть, естественно, при разных масках айпишники будут иметь разный вид. А, то есть, если бы у нас в маске было бы не 255, 255, 250, 240, например, крайний был бы равен, например, единице или нулю вообще, то и маска была бы другого вида. Хорошо. Хорошо. А нет, единица бы никак не было бы равно. Ну, понятно. Там можно будет над этим подумать, как могло бы быть. Или может. Ну, ладно. Сейчас не об этом. Не может. Да, маска не может. В общем, у нас айпишник имеет общий такой вид. А далее, далее, есть еще 4 единицы и 4 цифры, которые могут быть любыми. Давайте пока посчитаем, сколько у нас здесь всего цифр. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цифр. То есть у нас 10 цифр если у нас здесь будут, например, нули одни стоять. То есть такой айпишник уже подходит. Да? Его сумма единиц в личной записи четна. Один айпишник есть. Далее нужно просто понять, какие перестановки нулей и единиц могут быть такими, чтобы по итогу общее количество единиц было четным. Ну, понятно, что здесь это количество тоже должно быть четным, потому что четное плюс четное – это четное. Да? Хорошо. Ну, и чтобы это побыстрее все дело двигалось, можно все это сделать в проге просто обычным переборчиком. То есть сделать какой-нибудь for x – 0.1 и вот тогда for x1. Давайте вот так вот сделаю. перебора for x2, for x3, for x4. Создадим новую строчку, например, да, s равно x1 плюс x2 плюс x3 плюс x4. И теперь просто посмотрим, если у нас s.count единица, процент 2 равно нулю, ну, мы так можем сделать, потому что это уже просто число. Ну, тогда мы давайте наш ответ увеличим на 1. И непосредственно сам ответ сделан наверху. То есть сейчас нам главное понять, сколько раз можем переставить, ну, вернее, какие конфигурации нулей и единиц могут быть такими, ну, чтобы это количество единиц равное... 10 плюс что-то давало количество четных единиц. Ну, естественно, если у нас здесь четное количество единиц, плюс количество единиц здесь какое-то, которое будет получаться, например, 0 единиц или 2 единицы, так или иначе. И с какими способами может быть получено различными. это и будет уже являться ответом к данной задачи. Давайте посмотрим на ответ. Print ans. Получили ответ 8. Ответ 8 такой же, как и в демо-версии. Еще раз, что мы с вами сделали в этой задаче? Сначала мы определили, что вообще у нас имеется. У нас есть адрес сети и маска сети. Айпишники нам неизвестны. И нам нужно узнать, сколько же айпишников э, в этой сети, которые принадлежат. У них э, есть ну, э, и количество единиц, у них э, четно, да? Сумма единиц четно в двоичной записи. Что мы для этого сделали? Мы посмотрели на сеть, мы смотрели на маску. Если в маске стоит 255, это целиком двоичное число, состоящее из 8 единиц. Получается, что Часть IP-адреса, которая была над маской, просто перешла вниз. Окей. Это определяет принадлежность к этому адресу сети шника Ну, маска вот такая, да. Но что теперь происходит далее? В крайнем правом октете, где у нас 240 число, там у нас число стоит в двоичной записи из 4 единиц и 4 нулей. 4 единицы также нас тупо переносятся вниз. За их место мы ничего в IP-шник сайт не можем. Но начиная с того момента, где в маске у нас появляются нули, в IP-шнике а, могут быть любые цифры, 0 или 1, и в любых проявлениях. А, ну, в последующих задачах мы еще разберем, да, то есть, например, сколько всего адресов может быть а, IP-шников в данной сети при данной маске. И уже исходя из этого, мы поняли, что можем 4 цифры менять каким-либо образом. Далее, просто... Каждое из начала айпишников мы перевели в двоичную систему числения, посмотрели, сколько единиц там. И вот в конце у нас 4 единицы остаются нетронутыми, потому что у нас в маске также присутствуют 4 единицы. У нас нули, только 4 их всего крайних. И вот уже эти нули в самих айпишниках можем менять как на единицы, так и на нули в любых их проявлениях. Ну и чтобы это быстрее перебрать, просто прога я сделал четверной цикл, непосредственно создал новую строчку, из этих нулей и единиц, рассмотрел, сколько в этой строчке находится единиц, если это четное количество, тогда я к ответу отправляю 1. Все возможные конфигурации были получены, получился ответ 8. Правильный ответ данной задачи. Хорошо, давайте перейдем к следующей задаче. У нас тут следующая задача. Все также у нас написано про терминологию. И еще пример непосредственно. Да, например, если IP адрес узла равен такому-то адресу, маска равна такому-то адресу, то адрес сети равен такому-то. То есть непосредственно можно, например, легко проследить, как же у нас появляется сам адрес сети. То есть, еще раз, айпишник одинаков на какую-то часть с адресом сети, на ровно ту часть, которая позволяет это сделать, непосредственно маска. То есть в данном случае у нас есть 250, 255, тупо у нас айпишник также переносится в... Он совпадает с адресом сети, вот на это 250, 255, на два это да? А далее часть 255 умножает, ну, побитого конъюнкта делается 240, и получается 240. То есть сколько здесь у нас единиц и нулей, вот настолько позволяет вот эта часть перенестись дальше. У нас получается, что адрес сети в данном случае равен ну, 131.33.240 и 0, потому что у нас вот здесь в маске самый крайний октет просто равен 0. В двоичной записи он выглядит как... 8 нулей, тупо. Ну и понятно, что что-то угодное умножишь на поразрядно, умножишь на другую цифру, будет 0 всегда. Это понятно происходит. То есть адрес сети совпадает, вернее, IP-шник совпадает ровно на такое количество единиц, которого вот здесь присутствует в двоичной записи адреса сети. Хорошо. И вопрос у нас теперь следующий в данной задаче. Для узла с IP-адресом, то есть у нас известен IP-шник. Хорошо. У нас известен IP-шник. Давайте его перепишем. Надеюсь, что его видно. Да, его должно быть хорошо видно в этот раз. Айпишник у нас вот такой. 101.37. А масс. А, а, маски как раз таки нет. То есть маски нет, зато есть адрес сети. Адрес сети. Окей, адрес сети у нас имеется. 168.204.101.0. И спрашивается, укажите наибольшее возможное значение последнего. Самого правого байта маски этой сети. То есть, ну, число значений, какое может быть самое большое. Почему правого? Потому что, ну, вот у нас есть маска, уже можно спрогнозировать, даже не спрогнозировать, это уже видно должно быть вам, поскольку у вас здесь одинаковая часть, и здесь одинаковая часть, и здесь одинаковая часть с адресом сети, то в маске тупо здесь идет 255, 255, 255. Однако вот здесь почему-то у вас 37, а тут бац и 0 появилось. То есть, значит, в маске здесь точно не 255. Значит, что такое там другое число? И нужно понять, какое же наибольшее это число может быть. Для этого давайте переведем число 37 из айпишника в двоичную запись, чтобы понимать, что же там такое с этим числом 37, что в маске что-то там стояло и занулило единицы в числе 37. Так, надеюсь, видно. Вот это число. Давайте его перепишем. Вот куда-нибудь сюда, в сбоку. То есть 37 в двоичной записи это у нас 1, 0, 0, 1, 0, 1, да? И получается вот так вот 0. И еще раз 0. Вот так. Идея 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно. То есть это у нас число в двоичной записи вот такое. Хорошо. Значит, в маске какое-то число стояло такое, что единица, оно занулило. А как мы помним, в маске сначала идут единицы, а уже после идут нули строго. То есть, значит, в маске вот здесь, ну, по итогу, чтобы получить у нас 0. У нас как бы здесь все нули, да? А из конкретно дальнего IP-шника получить данный конкретный адрес сети, мы смотрим, где у нас стоит единица. Единица стоит здесь. Тогда мы, начиная с этого момента, тупую зануляем в маске, ну, там ставим нули. Однако остается вот здесь две цифры. И смотрите, если в маске сюда поставлю единицы, то от этого единицами в адресе сети они никак не станут. Никак не станут. А почему? Потому что да вот потому что. Не станут. А, потому что у вас уже есть нули в ip и конкретно к данному ip какой адрес сети получить такой, что вот маска будет иметь наибольшее значение. Естественно, маска могла быть равна, например, а, ну что, и, и все бы получилось ровно так же. Маска могла быть вот такой. Маска могла быть вот а, такой. Но максимальное значение маски будет в том случае, если у нас будет стоять наибольшее количество единиц до а, единицы, которую нам, было, а, которую нам обязательно нужно было занулить в числе 37. Но ну, получается, что у нас такое число в двоичной записи э, является правым байтом маски. Нужно перейти в деся десятичную систему и получить ответ. Это можно сделать легко с помощью функции int. Давайте распечатаем результат, э, пишем int, пишем э, как строчку это число 1 11000000. 0, 0, 0, 0. Давайте я чуть поменьше сделаю, чтобы было как-то это лучше видно. Да? И далее через запятую пишем 2. То есть мы переводим из двоичной системы получаем ну давай ответ 192 то есть наибольшее э, значение правого байта маски для данного IP-шника чтобы получить данный адрес сети это 192 ничего не противоречит просто потому что здесь у нас в числе 37 и так стоят нули все зануляется а уже в дальнейшем в маске нужно занулить вот эту единицу. Но, как мы помним, маска стоит из единицы целиком, а далее уже из нулей. Значит, если мы сюда ставим 0, то вот сюда единицу в маске написать не можем. да? Потому что она стоит сначала из единиц, потом из нулей. Соответственно, мы ставим единицу только там, где э, нам занулять в числе 37 ничего не нужно. Это вот первые два разряда. Ну, если слева смотреть, да. Окей, решили данную задачу, получили ответ. Давайте двигаться к следующей задаче. Так, мы ну погнали. Еще одна задача. Она еще проще. То есть, понятно, вот эта шапка, описывающая суть. А просто следующий. По заданному IP адрес узла и маски определите адрес сети. То есть, это прям прямей, прямейшая, операция, да? Просто берете и делаете. И получаете ответ. Вы великолепны. Ну, адрес сети определить, видимо, с точками имеется в виду. Ну, мы просто определим, и как бы ладно. Тут, наверное, какая-то формулировка была, что-то из разряда, чем будет равен крайний Правый байт или что-то в таком духе. Ну, мы просто определим и все будет замечательно. Итак, IP-адрес узла у нас вот такой. Да, то есть 135, 12, 172, 217. Это у нас IP. Супер. И у нас есть маска. Маска у нас 255, 255, 255. И, о нет, соврал, не 255. 248, 0. То можно сразу же сказать, где у нас в маске 255 из айпишников адрес сети у нас все переносится точно так же. То есть, здесь получается 135 и 12. Супер. Надо думать, что у нас происходит здесь. Потому что здесь у нас не нулевое, а здесь что-то происходит. Вот здесь спойлер сразу да будет 0. Почему? Потому что у нас единицы, ну, 8, еди... ну там 217, если преобразовать личную систему, перевести, каждая там э, из. Цифры из каждого разряда будут умножаться на тупо 0. Потому что 0 в данном случае будет выглядеть как вот такой 0. Да? Получается, чтобы она здесь бы не стояла, у нас по-любому здесь по разряду умножать будет 0. Ну и отсюда исследует, что здесь у нас 0 непосредственно находится. Окей. Думаю, с этим все ясно. Нужно теперь понять, что же у нас такое число 248 в маске. Ну, давайте опять быстро это сделаем с помощью перевода в двоичную систему вычисления в питоне. Итак, получаем вот такое вот число. А, да. И помимо всего прочего, естественно, 172 сейчас придется перевести в двоичный. То есть 172 равно чему-то, а 248 равно 11111000. Чувствую себя каким-то роботом. Окей, 172, погнали. Это у нас вот такое число: 1010. 1.1.0.0. 0. Так, 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 так. Ну, в общем-то, до сих пор, до, давайте другим цветом выделю, до крайних трех нулей числа 248 в обычной записи, у нас все, в общем-то, остается так же, как было в числе 172. То есть просто у нас здесь остается 1, 0, 1, 0, 1. А вот здесь, поскольку у нас здесь стоит уже нули за синей чертой справа, у нас просто переносится нули. И это число нужно перевести в десятичную систему числения, тогда мы получим полный адрес, да, чему же у нас вот здесь будет равен перевод, да, ну, или не перевод, а побитого конъюнкция между 172 и 248. Опа! Сейчас, давайте я сначала переведу, а потом покажу, как же это можно сделать на питоне. Что-то я сразу не догадался, а ведь на самом деле можно. Ну, ладно, давайте сначала перейдем в двоичную систему, ой, вернее, из двоичной в десятичную, 1.0.1.0.1.0.0.0. В 10 и, ну, и с двоичной. Хорошо. Получаем результат 168. То есть это число у нас равно 168. 168. Вот такой вот адрес мы получили. Ну, думаю, его можно считать ответом. Лику составляющего его ответ, смотря что требуется конкретно в задаче, чтобы выписать в качестве ответа. А теперь внимание. внимание Мы могли бы сейчас вместо перевода этого всего душного сразу в питон запихнуть непосредственно побитку между 172 и 148. Можно сделать вот. Следующая операция. 172. Ищем операцион на клавиатуре. У меня это где цифра 7 находится, значок этот. И пишем 248. И получаем тадам 168. То же самое. То есть, в принципе, можно даже не переводить в систему числения, если этого не требуется в задаче, в плане в сложности. Например, вот сам первый задачи из демки там нужно было переводить наверное, в прошлой задаче в целом можно было не переводить. Хотя нет, нужно тоже было перевести. А конкретно в данной задаче вообще, типа, нужно было, можно было и не переводить, можно было прям в питончик убить и наслаждаться жизнью. Как же вы великолепны, умеете решать такие задачки. Хорошо? Двигаемся к следующей задаче. Супер. Задачка прямиком со старого ЕГЭ 2016 года. В общем-то, здесь нам нужно следующее. Для узла с IP-адресом, то есть у нас известен IP-шник, адрес сети равен такому-такому, найдите наибольшее значение, наибольшее возможное количество единиц, двоичные записи, маски под сети. Ага. Огу. То есть на самом деле, по факту, это как вторая задачка. Ну, давайте ее решим, да, почему бы и нет, потренируемся еще разочек. То есть у нас есть IP-шник, да, есть адрес сети. Пронаблюдаем, что у нас с call вообще отличается, то есть... Первый октет одинаковый, 203, 203, 155, 155 одинаково, значит маски у нас уже, э, а нет, здесь всего наибольшее количество единиц, то есть в целом, в целом количество единиц, да, а там что было, там именно чему байт равен, ну то есть чуть-чуть другое, спрашиваю, чуть-чуть другое, но суть та же. Хорошо, то есть у нас в принципе уже понятно, что маска она э, вот так вот идет, 255, 255, а потому что у нас 203, 203, 155, 155, но вот 196, 192, то есть уже что-то другое, нужно понять. Что же такое произошло между 196 и маской, что получилось 192, а потом и 0. Ну, то есть в целом уже тоже понятно, что вот тут что-то в маске у нас находится, а тут 0, потому что. Ну, скот момента у нас заканчивается единица в маске, тут 0. И раз у нас уж здесь 0, ну и в целом, да, логически понятно, скот-то момент начинается с 0, значит, у нас и самый крайний актет тоже стоит из нулей. Хорошо. Значит, у нас а, вот здесь было 203, ну, и чтобы переписать еще раз, да, 155. 196 и 98. Это у нас IP. Это у нас маска. Вот это. А получилось в адресе у нас 203, 155. То есть, уже думаю, понятно, почему. Потому что если все двоичную запись пересип, то тупо будут числа из единиц подряд 8 стоять. Что тут 8 единиц подряд, что тут 8 единиц подряд. ну тут получилось 192, а тут получилось вообще 0. Ну, 0 понятно, что получилось. Потому что всеми нулями было перекрыто число 98. Потому что маска еще раз, в какой-то количестве идет, потом только нули. Значит, вот нужно понять, что же такое произошло между 196 и 192, что здесь у нас получились нули внезапно. Окей. Давайте для этого переведем числа 196 и 192 в обычную запись. Так. Print. 196. Давайте print. 192. Ага, вот такие вот у нас чиселки получились. Давайте я их, наверное, заскриню, чтобы мне их не переписывать лишний раз. Так, секунду. Получилось. Так, чуть-чуть поменьше надо бы сделать, да? И перенести бы все покрасивее как-то вот сюда. Хорошо, хорошо. То есть вот у нас было 196 число сверху. А внизу получилось 192. Так уж получилось, что значит в маске... Вот здесь стоит 0. И далее стоят все нули. Раз уж мы перекрыли эту единицу. А нам нужно найти наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски под сети. То есть получается, что из этого мы должны получить это, при этом в маске должно быть наибольшее количество единиц. Ну давайте пронаблюдаем. Если мы в маску вот сюда поставим все единички, то на самом деле все будет хорошо, им будем великолепны, и все получится. Почему? Потому что вот здесь единицы будут загашены этими нулями, у нас также здесь нули останутся. Эти две единицы нам нужно сохранить по-любому. Но ну, а вот здесь вот эту единицу нам нужно как раз занулить, мы ставим сюда 0. И уже все дальше в маске будет стоять из нулей. То есть э, вот этот октет у нас заканчивается. И вот это начинается, вот это стоит э, из 8 нулей в двоичной записи. Да? Ну и все получается. То есть нам осталось лишь посчитать ответ. Вот здесь у нас 8 единиц, вот здесь у нас 8 единиц, а здесь у нас 5 единиц. Получается, что ответ к данной задаче 21, если арифметика не, не подводит она а меня не подводит. Ответ действительно 21 на данной задачи. То есть еще раз, мы, когда видим 255, мы понимаем, что у нас айпишник, тупо эта часть, этот октет дублируется в адрес сети. Даже не нужно до запись приводить. Когда мы видим, что у нас в каком-то октете айпишник отличается от адреса сети, понятно, значит что-то у нас в маске произошло такое, что какая-то единичка убирается, а какие остаются. Окей, как бы все понятно. Давайте рассмотрим теперь и вновь следующую задачу. -пу -пу, пу -пу -пу. Теперь, в отличие от предыдущей задачи, нужно найти наименьшее количество нулей, которое может быть в личной записи маски. А, интересно, да. На самом-то деле. Наибольшее количество единиц в маске. Наименьшее количество нулей. Одно ли это и то же? Как будто бы да. Но давайте еще раз потренируемся еще раз решим задачу на тот же сюжет, все-таки, да? Как-никак, почему бы и нет? Еще, как минимум, два сюжета будет представлено в двух последующих задачах. Так что все окей, остаемся до конца ролика. Итак, у нас есть узел, IP-шник, адрес сети. Ну, давайте догадываться, давайте догадываться. То есть, у нас первые два актета полностью совпадают. То есть, получается, в маске у нас вот такая вот штука идет, да? Потому что 101, 101, 243, 243. Все, даже можно не думать. А уже 161 и 160, ну, чуть-чуть можно подумать, да? Давайте переведем 161 и 160 в двоичную запись. У-пу-пу. 161. Вернее, я даже могу сразу вас предостеречь, не переводить число 160 в двоичную запись, потому что будет отличие. Не поверите. На единицу, которая будет стоять в крайнем правом месте, да, так скажем. То есть 161, естественно, больше на единицу, чем 160, и эта единица находится в самом крайнем разряде, правом, да? Окей, окей. Получается, что вот эта единица кроется маской. Хорошо. То есть у нас... Ну, ладно, не буду скринить. Перепишу. Перепишу, то есть 101, 0, 0, 0, 0, 1, да? 101 просто 0, 0, 0, 0. 0. Да. То есть получается, в маске вот здесь у нас находится 0. Это в третьем актете происходит дело. Понятно, что уже, э, ну, если обратить внимание и сам на IP-адрес, и на адрес сети, уже четвертый актет там по-любому 0. Если что, вдруг давайте вот так вот разграничу. То здесь у нас какое-то чиселка находится, а вот тут по-любому 0 Окей, это ясно. И теперь нам нужно, чтобы наименьшее количество нулей может быть бычной записи маски и меньше. Ну, хорошо, нам, нам точно нужно ставить единицы здесь, потому что 101 должно перенестись также. Также мы хотим наименьшее количество нулей, значит, просто где у нас стоят нули в верхнем числе, и в, ну, внизу они так останутся нули, если мы 0 на 1 умножим, они так останутся. Значит, просто мы, чтобы уменьшить количество нулей, максимизируем количество единиц. Ну, прекрасно. Получили, что в третьем октете у нас находится ровно 1,0. Это у нас получается число 254, да? Ну, если единицу еще и вычислить да? Вычесть отсюда. 1, 0. И в самом крайнем правом октете, в четвертом, у нас 8 нулей. Потому что в дальнейшей записи у нас ä, все достраивается до 8 цифр. Итого, ответ данной задачи 9 нулей. То есть 1 0 из третьего октета, который что-то значит, ну, э, что-то изменяет, да, то есть мы заранее не знаем, там, сколько нулей, единиц и так далее. А в четвертом октете и так уже все понятно. Если у нас получится 0, значит, там целиком из нулей стоит, из 8 нулей. Ну и 8 плюс 1, поскольку мы поняли, что здесь у нас 1 0, получился 9. Перейдем к следующей задаче. У нас тут теперь следующая такая вот задача. Задача. Для некоторых подсети используется маска. Все. Больше ничего не известно. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса адрес сети и широковещательно не используют. А вот про два адреса сети, то есть условно два IP-шника существовать не могут никогда. Это адрес сети, ну потому что он не может дублировать адрес сети. И широковещательный такой тоже отдельный IP-шник. в следующем, да, касаемо сдачи ЕГЭ, прототипов и так далее, там уже садградов в будущем каких-то официальных пробников. Будет ли это как-то учитываться, если подобные задачи будут а, или нет? Ну, если, наверное, про это написано, это должно учитываться. Если про это не написано, это, конечно, вопрос. А, Но, ну, мне кажется, в будущем как-то про это станет все понятно. В данной задаче конкретно сказано, что два адреса не используют. Что это значит? Это значит, когда мы получим ip которые мы можем получить, то мы просто берем и вычитаем два из этого ответа. Хорошо. О чем я говорил ранее то есть самой первой задаче? Какие принципы IP-шники могут существовать? Они могут существовать а, такие, где у нас в маске находятся нули. То есть их такое количество может быть, сколько у нас в маске нулей находится. То есть, словно говоря, если у меня там 4 нуля, у меня может быть определенное количество адресов. Если 5 нулей, другое количество адресов. Ну, мы сейчас мы будем разбираться, какое же именно. И пускай у меня есть какая-то сеть и маска 255, 255, 255. То получается, что из IP-адреса адрес сети дублируется на 3 октета. И еще насколько количество единиц в четвертом октете. И нужно просто понять, сколько у нас нулей в числе 192, и тогда мы легко поймем, сколько же у нас может быть в целом адресов IP доступно при такой маске для любой любой сети. То есть вот неважно, какая именно сеть, потому что количество IP-шников зависит напрямую от того, какая у вас маска. Да? Хорошо, хорошо. Ну, давайте, понятно, что у нас первые три акта это тупо дублируют, ну, э, будут дублировать в адрес сети, поэтому они никак не влияют, там ничего изменить не получится. А вот давайте узнаем, чему у нас равно число 192 в двоичной системе числения, чтобы понять, сколько там нулей вообще находится. Нулей там находится дофига. То есть там две единицы, а все остальное нули. То есть 6 нулей. Хорошо, то есть сейчас давайте напишем 192 это у нас 1 1 0 0 0 0 0, 0. двоичный. 6 нулей. 6. И теперь, ну, придется чуть чуть так заспойлерить. Сколько в целом у нас может быть всевозможных чисел а, двоичных, ну, где у нас либо 0, либо 1 находится. Это комбинаторика. Это комбинаторика. Простейшее правило умножения. Пусть у нас есть два варианта выбора. 0 или 1. А, ну, вот простейший вариант, да, и на нем я сейчас все дело расскажу и уже объясню решение, идею ну У нас есть две ячейки, где у нас может находиться 0 или 1. Сколько всего чисел у нас может быть? У нас могут быть числа 0, 0. Кстати, из алгебры то же самое у нас есть. 0, 1, 1, 0, 1, 1. То есть всего 4 числа. Как это можно на самом деле посчитать? Считается следующим образом. Мы в первую ячейку можем поставить... Вот давайте куда-нибудь все запишу. Мы в первую ячейку можем поставить два... Ну, выбрать двумя... Ну, вернее, два способа. Выбрать либо первое число, либо другое. То есть два способа на первую ячейку поставить цифру. И на вторую ячейку у нас есть два способа поставить Итого получается 4 варианта, поскольку э, почему правило умножения? Потому что мы учитываем взаимосвязь. Это у нас, получается, последовательность выстраивается таким образом. То есть, если вы старается последовательность, у вас правило умножения. То есть, если у вас и первое, и второе зависит, это же число э, друг от друга выбора зависит. То есть в первую ячейку, сколько можете выбрать, и во вторую. Все получается 4 варианта, действительно. А тут у нас 6 цифр. И 6 цифр мы можем э, выбрать либо 0, либо 1 непосредственно да? на каждую из позиций. Всего таких позиций 6. Получается, что ответом к данной задаче будет служить 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 6 раз. То есть, иными словами, 2 в 6. 2 в 6 вариантов IP при такой маске. И плюс мы должны учесть, что 2 адреса у нас не учитываются. Их мы выкидываем. Минус 2. И то осталось только посчитать ответ. Что у нас такое 2 в 6? Это 64 минус 2, 52. Ответок данной задачи. То есть при такой маске, какую бы мы сеть не использовали, ну, главное, что там не служебная, ну, это в целом гига вообще не относится. То есть если дается какая-то сеть, ну, в общем, которую можно использовать, при такой маске доступно будет всего 62 варианта для айпишника. Потому что 2 не используют. Хорошо, надеюсь, с этой задачкой тоже все понятно. И давайте разберем уже наконец-то крайнюю задачу данного ролика. Нужно определить порядковый номер компьютера в сети, если маска под сети равна следующему, а IP-адрес компьютера в сети равен следующему. Пу -пу -пу. То есть теперь появилась внезапно новая характеристика как порядковый номер компьютера в сети. А на самом деле все просто. Порядковый номер компьютера в сети — это есть и что иное. Как то пространство, где у вас в маске начинаются нули, и непосредственно в самой айпишнике там стоят единицы и нули и так далее. О чем мы сейчас говорю? У нас в маске сейчас три актета 255, да? А четвертый 224. Давайте перейдем числа 224 и 127 в двоичную систему числения. Вернее, наоборот сначала, да? Print uh, bin 157, да? И print bin 224. Окей, сейчас получим следующие какие-то результаты. Ага, получили результат. Вот такие вот они, прекрасные наши результаты. Что они нам дают? В маске нули, вот их 5 нулей идут, да? Вот за место нулей в айпишнике может быть что угодно. Вот эта вот часть до нулей а, говорит о том, что все, что было до а, вот этой части, ну и в том числе и эта часть, она полностью дублируется с адресом сети еще раз, да? а айпишники имеют свою индивидуальную черту там, где у нас, в, ну, индивидуальный номер непосредственно, где у нас находится, находятся нули в маске. Окей, значит, получается, вот эта штука является непосредственно номером какого-то конкретного айпишника, ну, или компьютера, да, ну, которому этот айпишник принадлежит. То есть, вот эта вот штука есть не что иное, что отличает непосредственно тот или иной айпишник, который принадлежит какой-то сети, с сетью, у которой у них общее начало до этой красной черты в двоичной записи, да? Потому что в тут все единицы, как мы помним, да? Все единицы. Хорошо, хорошо. Ну, значит, вот это вот число в двоичной записи является не, ни, ничем иным, просто номер компьютера в этой сети. Но только в двоичной записи. Для того, чтобы получить ответ, нам просто вот эту запись нужно перевести частично Мы получим ответ к данной задаче. окей okay. int 111 01 2 бац получили ответ 29 то есть номер компьютеров данной сети 29 еще раз почему потому что где у нас а, единицы в маске то все общая часть с адресом сети а где уже стоят нули там идет непосредственно нумерация того или иного айбишника нумерация как раз представлено в двоичной записи. И для того, чтобы просто понять, какой же номер компьютера в сети у нас имеется, мы должны вот число, где у нас стоят только нули в маске, вот это конкретно перевести из двоичной записи в десятичную и получить правильный ответ к задаче. Окей? Всем спасибо, что досмотрели ролик до конца. Задавайте вопросы, обязательно решайте домашку, подписывайтесь в Телеграм, ВК, присылайте своим друзьям. Ну, в общем, радуйтесь жизни, ботайте вместе с нами. Всего доброго! Удачи, до скорого!